Наиболее сложными и критичными оказались, конечно, первые два дня после оглашения решения Еврокомиссии. В соответствии с решением Министерства экономики, всем пассажирам, чьи билеты были датированы по сегодняшний день включительно, следовало найти подходящую замену. Для популярных линий, которые обслуживают несколько компаний, замену можно было найти значительно проще. Но для многих пассажиров аэропорт Леннарт-Мери в Таллине не окончательный пункт назначения, а транзитный. По договоренности, все сложнейшие обмены билетов свалились на одну фирму в Эстонии. Нам были предоставлены списки пассажиров. Как выяснилось, что где-то процентов 10 не было этих людей в списках. Это видно в последний момент, кто-то забронировал. И самое интересное в этой всей истории, все эти две ночи, было то, что мы разыскивали этих людей, потому что много бронирований было сделано через порталы интернетовские, российские, украинские, европейские. И часто люди просто не ставят номера телефонов. Приходилось, например, вчера звонить в несколько российских фирм. Они очень были удивлены, что мы разыскиваем. Они там где-то по своим записям доставали телефоны постоянных клиентов. Но больше всего, самое интересное было, что эти люди были удивлены, что звонят им из Эстонии, и они вообще ничего не знают, что они там завтра летят в Москва-Таллин, а рейса-то нету. С завтрашнего дня ситуация изменится, но не упростится. У тех, кто приобрел билеты на рейс Estonian Air, осталась единственная возможность – зайти на интернет-страницу авиакомпании, заполнить анкету и ждать компенсации. В Минэкономике обещали, что деньги начнут возвращать уже завтра. Рейсы заменяться не будут. Если вам все же надо лететь, то билет придется приобрести заново. Чтобы узнать, кто именно отвечает за ваш рейс, найдите номер вашего билета. Если он начинается с комбинации цифр 960, то еще раз, другого выхода у вас нет. Вы должны будете найти подходящую авиакомпанию и купить новый билет в интересующую вас страну. Новая цена может быть и меньше, и больше старой. Если же номер вашего билета начинается с другой комбинации цифр, это означает, что за ваш полет отвечает другая фирма. По номеру можно определить, какая именно. Те билеты, которые не начинаются 960, а дальше, это все дальние полеты. И вот с этими билетами люди, у кого не должны волноваться, то есть они улетят. Мы просто переделаем, если это у нас куплено, если они такие билеты покупали себе на отдых на порталах, на сайтах, то они должны сами будут обращаться в авиакомпании. На которую сделан этот билет. Даже если ваша поездка включает пересадки, отдельные полеты выполняют разные фирмы, билет считается действующим. Если же вы приобрели билеты в турбюро, то вашими проблемами оно и займется. Скорее всего, в обоих случаях для вас постараются найти замену, либо обеспечат возврат денег. Но связанные со всем этим неудобства, увы, неизбежны. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.